Наши соки мы производим из фруктов, растущих на плантациях различных стран мира. Из фруктовой массы отжимают сок, затем из него выпаривают или вымораживают воду, фильтруют и получают концентрированный сок, который сохраняет все полезные витамины и свойства фруктов. Концентрированный фруктовый сок заливают в асептические пакеты, которые помещают в 200-литровые бочки и в специальных холодильных камерах перевозят на заводы Мултон. Здесь его восстанавливают водой, доводят до однородности и гомогенизируют. Удаляют пузырьки воздуха и кислорода, термически обрабатывают и разливают в специальную упаковку, сохраняющую все полезные свойства фруктов и предохраняющую сок от бактерий, благодаря чему не требуется добавление консервантов. Готовая продукция укладывается сначала в коробки, а затем в палеты, которые хранятся на складе и ждут своей отправки к потребителям.